Глава района Андрей Дорошевский осмотрел подъездную дорогу к детскому саду номер 4 в станице Северской. В скором времени ее заасфальтируют и оборудуют тротуар для пешеходов. Предусмотрят систему водоотведения. Важным условием скорейшего выполнения работ станет подходящая погода. Напомним, что ремонт подъезда к детскому дошкольному учреждению – поручение губернатора. Выделить отдельную парковку для автомобилей рядом с садом не получится, не позволяет место. Парковочные места оборудуют чуть дальше.